привет, меня зовут Наташа. Всем привет, меня зовут Аля. Да. Всем привет, меня зовут Аля. Меня зовут Наташа. На прошлой неделе молодежка собиралась на пикник. Нам очень понравилось на самом деле. Аля, твои впечатления? Ой, было очень классно, круто, свежо и много народа. Мне тоже очень понравилось на самом деле, и было на самом деле весело, и мы хорошо провели время, и мы хотим сейчас показать, как это было. Репетируем. Здравствуйте всем, мы на молодежке. Здравствуйте всем, ты что, снялась? Да, да. Привет всем, мы на отдыхающем молодежке. Пикник, да, точно, пикник. Да, да. Привет всем, мы на отдыхающем молодежке. Пикник. И вы думаете, что у нас пикник будет с костром, то вы ошибаетесь. Идемте. Наш пикник начинался с мороженого. Что вы делаете? Мучимся с мороженком. Это молочный коктейль. Уже больше, наверное. Мы находимся на побережье Одесского пляжа Черного моря. И сейчас молодежка будет отдыхать, то есть мы уже отдыхаем. И мы будем кушать вкусное мороженое с изюмом и с дыней. Знаешь, как индийские фильмы? Видите, наша молодежь, которая по Одессе где-то, не знаю, разбежалась. Давайте подойдем к нашим. Можно у нас взять интервью? Да, бери. Стесняюсь, извини. Вы можете обратить внимание на наших ребят, которые первый раз видели море. Давайте возьмем у него интервью. Давайте. Скажите, как вам молодежка? Хорошо. Можете сюда, да, направить чуть-чуть. Вот так, да. Это Эмили. Эмили, да. Не знаю, как меня зовут. Это мне всегда перед камерой, знаешь. Это Эмили. Да, вы знакомьтесь, это камера. Эмили, будут ли еще подобные на такие вот отдыхающие молодежки в будущем? Да, мы хотим сейчас летом сделать больше упор на отдыхающей молодежке, больше отдыха, больше приключений, больше воздуха. И уже сегодня мы хотим сделать интересные мероприятия на праздники, поэтому ждем всех вас. Есть ли ограничения с возрастом? Да, лучше, если подросток достиг возраста бар и бат-мицвы. Это по еврейской традиции 12 лет для девочек и 13 лет для мальчиков. Вот с этого возраста мы ждем на молодежку постоянно. Спасибо. Аля, скажи, что делать людям, которые не пришли к нам в прошлый раз? Для них есть возможность побывать в эту субботу у нас в гостях. Очень интересно, когда мы собираемся? Мы собираемся 5 августа в 18:00 у входа к общине. Я советую вам всем прийти тогда.